Лолите сорвали гастроли в Крыму аферисты. Концертный директор певицы сказал, что она стала жертвой мошенников из России. Российская певица Лолита призналась, что ее гастроли в Крыму сорвали аферисты. На своей инстаграм-странице она отметила, что концерты были отменены в последний момент, когда она уже готовилась лететь на полуостров. Вынуждена констатировать тот факт, что мы с моим коллективом попали в руки настоящих аферистов. Билеты в Крым были аннулированы уже в 12 ночи, когда мы уже сдавали и сдали вещи, заплатили за перевес за инструменты. Не комментировала гастроли в Крыму потому, что у меня была надежда, что мне все-таки разрешат въезд в Украину и я смогу видеть свою семью. Все ищут какую-то политическую подоплеку, но нет, отметила она. В целом певица намеревалась выступить в 6 городах Крыма – Ялте, Севастополе, Феодосии, Евпатории, Керчи и Алоште. Обычные мошенники, которые, вероятно, думали забрать из кассы все деньги, заплатив авансовую часть мне и всем залам, написала она. Также Лолита рассказала, что обзвонила все залы вместе со своим директором, чтобы деньги из кассы никому не выдавали. Таким образом зрители смогут забрать их назад. Концертный директор исполнительницы отметил, что группа аферистов была из России. Ранее корреспондент Нет сообщал, что Лолиту в голом наряде сделали героини мемов и фотожаб. По материалам сайта newsgro.com.